Ну вот сегодня уже не единожды мы говорили о том, что Европу разделяют цивилизационные границы, которые сами же европейцы проводят. Говорили о цивилизованных, полуцивилизованных и нецивилизованных народах. И мой доклад пойдет несколько вразрез с этой риторикой, поскольку на определенном этапе британцы, по крайней мере, часть британской военно-политической элиты настаивала на том, что мы с ними — это один цивилизационный ареал, и, собственно, отчасти, повторюсь, сегодня я об этом буду говорить. А начну вот с чего, с того, что главной, основной работой по организации военных кампаний в колониях, а речь как раз пойдет о том, как британские военные смотрели на то, как Российская империя вела свои военные кампании на окраинах. Вот в Великобритании такой главной работой, ключевой, был труд генерала Колвелла «Малые войны. Их принципы и практика». Он впервые был издан в самом конце XIX века, в 96 году, и потом дважды переиздавался в 99 и в 1906 году. В общем, это такой первый, по сути, компендиум европейского опыта колониальных кампаний, причем именно в таком в сравнительном ключе. Ну и так замечу, конечно, что Колвелл, в общем-то, привлекал и примеры за пределами европейского ареала, рассматривая и военные кампании, которые вели Соединенные Штаты, вот, приканчивая другую европейскую империю, испанскую. По поводу вот этой работы отдельно замечу, прежде чем перейти к, собственно, анализу, что она довольно репрезентативна, поскольку, ну, во-первых, Колвелл обладал довольно высоким авторитетом военного теоретика, он несколько раз удостаивался чести получить приз от Королевского института объединенных исследований за лучшие работы по военной тематике, причем первый такой приз право публиковать свое призовое эссе — это 1887 год, потом и после Великой войны он тоже удостаивался вот этой же чести. Кроме того, у него за плечами довольно большую подштабную работу, он, кстати, этой работой занимался опять-таки и до Первой мировой войны, и во время Первой мировой войны. И, кроме всего прочего, он состоял в разведывательном департаменте генерального штаба, что довольно показательно в свете того, о чем будем говорить. Потому что, вообще говоря, он имел довольно предметное представление о тех вещах, которые описывал и презентовал вот в своей работе. Ну и, собственно, вот разбирая примеры участия европейских армий в такой форме вооруженной борьбы, как герилья, он употребляет это понятие довольно активно. Колвелл, как раз, повторюсь, проводил прямые параллели между инкорпорацией Алжира, Северного Кавказа, Средней Азии в состав европейских держав в XIX веке и аналогичными процессами с его точки зрения на Кубе, на Американском Западе, в Южной Африке. Но это вот как раз издание 1906 года, где он уже анализирует развитие военных кампаний в рамках Второй Англобурской войны. При этом Колвелл особое внимание уделил как раз продвижению Российской империи в Средней Азии, в меньшей степени на Северном Кавказе. Действительно, практически в каждой главе он затрагивает эти сюжеты, вне зависимости от того, посвящены ли эти главы специально вот этой части нашей истории. Что здесь можно сказать? Ну, Колвелл, это наблюдение принадлежит не мне, его сделал в свое время еще наш британский коллега Александр Моррисон относительно недавно в одной из твоих статей. Но оно и подтверждает это действительно на практике. Он, конечно, избирателен, и он вторичен, вот там, где он говорит об этих примерах. Но вот что важно, он ведь избирателен и вторичен не только по отношению к российскому случаю. Потому что, скажем, даже в третьем издании «Малых войн», как раз 1906 года, он практически ничего не говорит о колониальных кампаниях Германской империи, при том, что на практике британские военные проявляли к ним довольно большой интерес. То есть, скажем, в том же журнале Института объединенных исследований серийно в нескольких номерах подряд публиковалась, причем с разрешения французского генерального штаба, серии работ, посвященных тому, собственно, как немцы там вот решали свои колониальные проблемы. Ну, истребление Герера — один из наиболее показательных случаев, конечно. Однако в «Малых войнах» этот сюжет вообще выпадает и никак не обсуждается. Практически ничего нет об истории Франции, точнее, об истории инкорпорации Алжира после военных кампаний Бюжо.
30-х и 40-х. То есть вот Алжир второй половины 19 века, опять, да, это слепое пятно. То же самое можно сказать о французском Индокитае или о британской Индии второй половины 19 века, что любопытно. То есть вот он пишет о войнах с сикхами, но, скажем, вопросы, связанные с пограничными войнами, затрагиваются, но не являются сквозным сюжетом для этой работы. Ну, а что касается, собственно, вот российского случая, то первое, на что нужно, конечно, обратить внимание, он пользуется, и почему это важно, потому что это ведь работа, которая была настольной книгой британских офицеров, то есть ее действительно читали. Это вот тот случай, когда мы можем говорить о том, что это не просто теория, а это теория, которая была, формировала мышление британского офицерского корпуса, потому что она была рекомендована военным министерством в качестве полуофициальной доктрины. Там в введении, собственно, и указано, что вот эта работа не отражает официальную позицию военного министерства, но рекомендуется всем офицерам для того, чтобы они лучше представляли, с чем могут столкнуться в колониях. Эта работа была включена в списки книг для обязательного ознакомления в военных колледжах, причем не только в Великобритании, я имею в виду метрополию, но и в Индии, то есть в Квете, скажем, вот в военном колледже при индийской армии, при англо-индийской армии, там, опять-таки, эта работа фигурирует. И у нее, вообще говоря, довольно долгая такая вот история интеллектуальная, поскольку даже после Первой мировой войны, несмотря на то, что она, в общем-то, утратила свою актуальность и в практическом плане, мягко говоря, мало чем могла помочь с точки зрения тех новых проблем, которые перед империей встали в колониях, тем не менее она оставалась на плаву, она была частью дискурса. Но, конечно, тут стоит отметить, что ее уже использовали несколько в иных целях. Вот в рамках бюрократической тяжбы между армейскими чинами и представителями ВВС, и, в общем-то, в сухом остатке, это, конечно, была борьба за бюджет. И в этом смысле нужно было объяснить, почему авиация более эффективна, чем армия. И вот удивительно, что как раз представители принципиально нового вида вооруженных сил прибегали, как раз вот, обосновывая свою позицию, к аргументации, которой оперировал Колвилл. Ну, эта часть объяснима, поскольку и специфика применения авиации в этом плане соответствовала скорее логике военных кампаний XIX века. То есть это племена, а, в общем-то, не городская партизанская война и там не хорошо законспирированное подполье, где, понятно, бомбометанием ты проблему не решишь. Вот по поводу как раз вторичности. При этом там, где вот он говорит о британских военных кампаниях, там он как раз опирается на первоисточники. В основе вот тех сюжетов, которые связаны с британскими военными кампаниями, лежит как раз вот его призовой эссе 1887 года. И по большому счету работа 96 года, вот первое издание «Малой войны», это его призовое эссе, где он только британские компании анализирует, расширенное за счет как раз примеров из истории других современных ему держав. Но даже там, где он говорит о колониальных компаниях Великобритании, он тоже весьма и весьма тенденциозен. И не менее, чем в тех случаях, где говорит о российском продвижении в Средней Азии. Ну, скажем, вот в качестве примера. Разгром генерала Бероуза при Майванде, это Вторая англо-афганская война, вот и Колвилл объясняет этот разгром тем, что он выбрал пассивную защиту. А это вот то, чего нельзя допускать в кампаниях такого рода, неважно, кто и где их ведет. В то время как в том числе и недавние исследования показывают, что это прежде всего, конечно, был результат недостаточных разведданных и очень мощного политического давления, которое на военных оказывали, но, в общем-то, Вторая англо-афганская война, как и первая, в этом смысле это довольно показательный случай. Второе, что довольно важным представляется, это то, что за скобками остались страницы покорения Средней Азии и Кавказа, которые не соответствовали его представлениям о ключевых условиях успешного ведения малой войны.
То есть к ним он относил наступательную стратегию, произведение вот, морального эффекта на противника, как это тогда называлось, наличие ясных целей военной кампании и ее скорейшее завершение, пока она не переросла в затяжную партизанскую войну. Вот те примеры, которые с его точки зрения в эту логику не вписывались, он их, собственно, и не комментирует. Ну, я несколько таких приведу, нам хорошо известных. Это, скажем, Хивинская экспедиция Перовского 1839-1840 годов. Колвелл о ней не упоминает. Но что любопытно, опять-таки, мы-то прекрасно знаем, что она, собственно, и провалилась даже не потому, что потерпела там военное поражение, а это были проблемы логистического характера. С другой стороны, на что он обращает внимание, какие примеры он выводит на первый план? Взятие Ташкента генералом Черняевым в 1965 году, штурм Геоктепе с Кобелем в 1981 году. Это вот яркие примеры, которые подтверждают его представление о том, как нужно вести войны за пределами Европы, в Азии, прежде всего, в данном случае. И вот он их на первый план и выводит. И вот один еще один довольно показательный пример, как раз связан со Скобелевым. Колвелл пишет о том, что вот строительство железной дороги Геоктепе, которая закончилась как раз, была частью захвата этой крепости, это вот, с его точки зрения успешный пример организации логистики в Азии. Причем он в качестве сравнительного примера вспоминает кампанию в Судане генерала Китченера и говорит, что вот до Китченера еще Россия пошла на аналогичный шаг, он оказался довольно успешным. И опять-таки забывает про детали, про то, что Скобелев располагал такими финансовыми ресурсами, которые ему отвели для успешного завершения этой кампании, что, в общем-то, это был не столько вопрос грамотных логистических решений, сколько результат достаточного финансового обеспечения для завершения этой военной кампании. Таким образом, российское завоевание Средней Азии в его интерпретации – это наглядный пример преимуществ, которые проистекают от того, что не цивилизованный противник не переходит к партизанской войне, повторюсь, цели военной кампании ясны и есть политическая воля. При этом, что касается сравнения, вот любопытно, что он военной кампании Российской империи в Средней Азии сопоставляет не с более близкими там, по времени кампаниями британцев, скажем, вот в той же самой полосе племен, о которой вот Евгений Юрьевич сегодня вспоминал, просто по хронологии это вот, да, комплементарные сюжеты, он в качестве сравнения говорит о военных кампаниях против сикхов в 40-е годы XIX века. Колвелл этот выбор никак не аргументирует. Можно предположить, что основная причина – это наличие регулярной армии, то есть вот Пенджаб располагал такую армию, там Бухара, Хива, Коканд, и вроде как в этом смысле это сопоставимые примеры. Но тогда непонятно, почему Афганистан он вводит за скобки, как, в общем-то, у Кабула тоже была регулярная армия, в том смысле, в котором мы это понятие можем применять к вооруженным силам этого региона. Но на самом деле ответ в данном случае – ну, Колвелл его сам дает, проговариваясь, потому что он в самом начале объясняет, что он понятие «малые войны» это в принципе использует, потому что, ну, с его точки зрения оно просто является наиболее подходящим, цитата, за неимением лучшего. Это как раз к вопросу, собственно, вот вообще говоря о том, что мы подразумеваем под той терминологией, которую мы применяем. И поэтому у него по категории «малые войны» там проходят, в принципе, все военные кампании за пределами Европы, хотя не все из них, конечно, ну, строго говоря, можно, наверное, да, вот, в эти рамки поместить. У него в итоге это и столкновение с племенами, и войны с сикхами, и это все, с точки зрения Колвелла, «малые войны», под которыми он, по сути, это подразумевает войны с нецивилизованным противником, в том смысле, в каком это понятие употребляли современники. Ну, вот что касается Северного Кавказа, по сути, он тоже его использует как пример, но со знаком минус. Вот. А теперь поговорим о том, как не нужно вести войны за пределами Европы. И рассуждает о Северном Кавказе, причем эти события он сопоставляет с испанским завоеванием Марокко 1959 года, вот такой довольно любопытный выбор, а не с Алжиром.
Хотя, опять-таки, на практике-то это, конечно, наиболее близкий пример и с точки зрения заимствования конкретных управленческих практик российской администрации на Северном Кавказе. В этом смысле французская политика в Алжире воспринималась как пример, который может пригодиться. Да и с точки зрения логики развития событий. Но вот Коловал в данном случае поступает нетривиально. Вот он как раз утверждает, что военные действия французов в Алжире, прежде всего кампании маршала Бюжо, это как раз вот диаметральная противоположность тому, что Петербург делал на Кавказе. При этом, опять-таки, тоже ряд фактов выпадает из поля зрения. Ну, во-первых, то, что имамат Шамиля на практике-то в этом смысле очень похож, напоминает вот то, что можно было наблюдать в Алжире при Абдель-Кидире. То есть, опять-таки, это военно-политическая борьба, которая завязана на религиозную основу, которая, в общем-то, цементирует этот процесс. Ну и второе, и вот это важно с точки зрения как раз сравнения логики политики России и Великобритании вот в этой части света. Колвелл выводит за скобки то, что война на Кавказе, во-первых, она довольно быстро оказалась приватизирована основными участниками конфликта. И второе, что очень важно, то, о чем сейчас российские специалисты говорят, достаточно давно, это процесс трансформации отдельного кавказского корпуса, который фактически превратился в самостоятельного игрока в этом регионе, в фактор политический, социально-экономический. И это, конечно, обстоятельства Колвелл никак тоже не комментирует, а, на мой взгляд, эта разница довольно ощутима, потому что в случае с Российской империей армия зачастую была основным, если не единственным административным ресурсом вот как раз в этих частях. А что касается Великобритании, то здесь все-таки разделение военной и гражданской властей – это довольно характерная примета. Причем не всегда этот принцип работал, но номинально предполагалось, что армия – это как раз инструмент в руках гражданских властей. Причем чем ближе к 20 веку, если рассматривать события после Первой особенно мировой войны, тем острее этот вопрос стоял, потому что его решение в ту или иную сторону было сопряжено с большим количеством издержек разного характера. Амритсар – это символ этой истории, расстрел демонстрации 1919 года, который ребром поставил этот вопрос о том, кто должен принимать решение о применении военной силы, об объявлении чрезвычайного положения, которое британцы предпочитали объявлять вместо военного и так далее. И эта разница мне представляется довольно, довольно ощутимой. В целом российские и британские военные у Колвелла предстают как раз скорее партнерами по цивилизационной миссии в Азии и решают там примерно одну и ту же задачу. Приобщают местное население, интегрируют этот регион, если можно так сказать, в общий цивилизационный процесс. Во главе этого паровоза, конечно, европейские державы. И в этом смысле сочинение Колвелла, как мне представляется, отражало, если можно так выразиться, процесс или тенденцию к нормализации Российской империи в рамках профессионального дискурса, военного дискурса. Мы с Андреем Борисовичем по этому поводу говорили. Понятно, что этот процесс начался не в конце 19 века, конечно. Но это такая специфика довольно любопытная, и малые войны в этом смысле – это довольно, довольно показательный пример. Что еще здесь я бы отметил? То, что, конечно, были другие обстоятельства, которые позволили ему, или во всяком случае создали благоприятную обстановку для того, чтобы такая точка зрения получила развитие. Потому что появление этой работы и ее последующие переиздания пришлись как раз на завершающий этап большой игры. И, как мне представляется, в каком-то смысле предвосхитили изменения в расстановке политических сил, потому что третье издание 1906, а на следующий год фактически оформляется Антанта. Параллельный процесс, напрямую с этим связанный, конечно, уже такой внутрибюрократический, поскольку этот процесс вытеснения русской угрозы и его замещения угрозой германской, конечно, тоже ведь не беспроблемно шел, тоже довольно известная история.
британские военные, или вернее, офицеры индийской армии, они до последнего настаивали на том, что русская угроза по-прежнему актуальна. И вот в этом смысле работа Колвелла являлась еще и таким дополнительным, если можно, камнем, гирькой в пользу той точки зрения, что государственную машину, ее военную составляющую все-таки нужно разворачивать в сторону противодействия германской угрозе. По поводу вот определения, словосочетания, вернее, сравнительный колониализм, это вообще говоря не только британская история, то есть да, вот эти сравнения и сопоставления, конечно, потому что вот действительно вторая, последняя треть, вернее, XIX века – это время как раз такой институционализации, можно даже так сказать, этого самого сравнительного колониализма. Во-первых, само это определение появляется ровно в это время, это начало 70-х годов, его впервые вел французский обозреватель Леруа Булье, активный вот сторонник расширение французской колониальной империи. Но сказал и сказал, но ведь в 1894 году в Брюсселе учреждается Международный колониальный институт, который будет действовать довольно долгое время, он Первую мировую войну переживет, еще и в 20-е, в 30-е будет собираться. И вот кто эти делегаты, которые туда приезжали, отправляли своих экспертов? Великобритания, Франция, Нидерланды, Россия, Германия, что любопытно, Соединенные Штаты и Япония. Это как раз к вопросу о том, вот, что такое американский империализм. То есть американская политика, скажем, на Филиппинах рассматривалась как вполне, ну, как пример, вполне комплементарной как раз политики Великобритании, Франции за пределами Европы. Причем и логика-то какая была? Эти эксперты должны были там как раз обсуждать вопросы, связанные с оптимизации колониального администрирования. Как сделать так, чтобы вот всем было лучше? Разговор-то об этом, конечно, шел и нам, и колониальным подданным. Ну и, наконец, общекультурный фон, в общем-то, опять-таки, этому благоприятствовал. Ну, я вспомню про факт, который довольно известным, конечно, является. Это выставка туркестанской серии работ Василия Васильевича Верещагина в Лондоне в 1973 году. Ну, эта выставка, конечно, была частью, в общем-то, пропагандистской кампании, в том смысле, что она напрямую финансировалась генералом Кауфманом. Ну, то есть военное министерство фактически отвечало за финансовое обеспечение этого большого такого культурного проекта. Но вот что по этому поводу сам Верещагин говорил, это к вопросу как раз о цивилизационных границах. Чем скорее проникнет в Азию с одного или другого конца европейская цивилизация, то есть, в принципе, хорошо бы, чтобы, наверное, сразу с двух, тем лучше. То есть, как важен конечный результат. Кто к этому результату будет нас приближать, или это будет параллельный процесс, это уже, ну, такой, да, вопрос вторичный. Что касается российских властей, то насколько они вот проявили интерес к этому зарубежному опыту, насколько сравнительный колониализм был характерен для, там, для российского военного командования. Ну вот несколько примеров можно привести, но я одним ограничусь, связан он с генералом Куропаткиным. Он в свое время, собственно, и турне совершил по странам Западной Европы. В 1974 году окончил Николаевскую академию генерального штаба, и вот в Германии, во Франции побывал, в Алжире, принимал, кстати, участие в военных кампаниях французов в Сахаре, и даже в 1977 году написал работу, собственно, так ее и назвал, «Алжирия». Но что гораздо важнее, в 1998 году он фактически, возглавив генеральный штаб, олицетворял там азиатское лобби. Те представители российского офицерского корпуса, которые полагали, что военное востоковедение – это важный компонент военно-политических успехов Российской империи в Азии. И он, вообще говоря, был большим сторонником этого дела и даже возобновил практику зарубежных командировок офицеров-слушателей Академии Генштаба, которая была прервана. Это, в общем-то, довольно дорогое удовольствие, причем предполагалось, конечно, что они по итогам этих командировок будут готовить военно-статистические отчеты, то есть фактически два в одном. И востоковедов готовят, во всяком случае офицеры проходят эту востоковедную подготовку, но и одновременно прибавляем
знание, которое может быть использовано, потому что многие из этих отчетов, они публиковались в сборнике географических, топографических, статистических материалов, которые Генеральный штаб с 80-х годов и издавал, и там были и работы, которые являлись результатом целенаправленных миссий, и это были как раз вот те самые отчеты, которые готовились в рамках военной подготовки. Что касается самой работы Колвелла, то на русский язык она не переводилась. Но любопытно при этом, что она была переведена на французский язык. Фактически французские работы аналогичного профиля во многом выстроены вот, стилистически, содержательно по той модели, которую предложил Колвелл. Его работа была очень популярна в Штатах, но это можно понять, начиная с отсутствия языкового барьера и заканчивая, опять-таки, да, авторитетом, в широком смысле этого слова, да, Британской империи. Хотя, опять-таки, несмотря на то, что в Штатах появился собственный военный устав по ведению малых войн, то вот все-таки тоже они вот работу Колвелла упоминали, но, в общем, много чего своего добавили, но это уже отдельная тема для разговора. А на русский язык эта работа не переводилась. Но это, разумеется, не означает, конечно, что российские военные хуже представляли себе своих туземных противников, чем их британские коллеги. Отнюдь, и тоже это хорошо известно. Как мне кажется, это говорит о том, что формы фиксации, распространения вот этого специфического знания просто различались. И скорее, вот, скажем, да, те же публикации в этих вот материалах статистического характера, вот скорее там эта информация накапливалась, поскольку такого вот специального труда, работы, посвященной как раз тому, как вести военные кампании вот на окраинах империи, его так и не появилось. Но при этом ответ на эти вопросы в большом количестве давался вот в этих вот работах общего характера, где одновременно и о географии, и о военной статистике тебе расскажут, и о природных особенностях того или иного региона. Почему? Ну вот три причины мне представляются наиболее вескими. Первое – это то, что обусловленные местными особенностями решения Кавказского, Оренбургского, Сибирского корпусов и соответствующих военных округов в главном и генеральном штабах, военном министерстве долгое время воспринимались как отклонение от нормы. Причем в буквальном смысле этого слова, потому что хорошо известно, что там инспекции, которые отправлялись на Кавказ, члены этих инспекционных групп выговаривали местному начальству, что вот не только солдаты, но даже и офицеры по неуставному одеты. Хотя понятно, что это была специфика военной кампании, в данном случае на Кавказе, она предполагала опять это самое некоторое отклонение от нормы. Строго говоря, ведь с точки зрения европейского военного права, скажем, аманаты или баранта, это же все трибунал. Но любопытно, что если вот, скажем, Великобритания проводила разграничение между тем, как применять это военное право в Европе и за ее пределами, то здесь вот из Петербурга казалось, что и на Кавказе, и в Средней Азии нужно руководствоваться этими принципами, по крайней мере, с точки зрения буквы, если так можно выразиться, закону. Ну и второй тоже момент, он здесь же, я бы его отметил, это то, что армии Востока считались, процитирую, продуктом деградации и упадка, это тоже было. И вот эта недооценка военного потенциала, особенно до этого опасно оказалось в свете русско-японской войны, потому что по этой же категории японская армия тоже проходила, и потом, конечно, это все вышло, мягко говоря, боком. И вот еще одна причина, почему не нужно на это тратить время. Повторюсь, такой подход заметно контрастировал с системой подготовки офицерского корпуса в британской армии, начиная с двухбатальонного принципа по военной реформам Кардвелла, когда один батальон полка постоянно находился в колониях. Понятно, что этот принцип нарушался, но в любом случае этот процесс накопления опыта туземных военных кампаний, он происходил, и заканчивая, собственно, самой работой Колвелла, которая, повторюсь, получила благословение от военного министерства как такового. Причем в этой работе, собственно, и было указано, что это вот инструкция как раз для ведения военных кампаний за пределами Европы, и не пытайтесь как-то ее сопоставить с тем, насколько это все вяжется с теми там соглашениями рубежа 19-20 веков, которые мы подписали, о том, как мы вообще будем между собой в Европе-то
в Европе воевать. Второе, на что, мне кажется, стоит обратить внимание, это корпоративные интересы вооруженных сил европейских держав. Но я об этом уже сегодня говорил. Борьба за бюджеты, за административные ресурсы. Отсюда разница в характере оценки военных угроз, роли и значения, скажем, там, политических офицеров на окраинах империи. Это вопрос, который дебатировался, был актуален для Британской империи, был предметом раздоров между военными и гражданскими властями как раз. Ну и вопрос об оптимальных формах обеспечения колониального контроля. То есть в этом смысле работа Колвелла и аналогичная работа, она не единственная, они, повторюсь, были еще и продуктом своего времени, конечно, и отражали вот эти внутрикорпоративные споры, которые возникали внутри армейской корпорации, между различными вооруженными силами армии ВВС и между военными и штатскими в целом. Ну и в-третьих, ретроспективно малые войны, вот в смысле борьбы с плохо организованными туземными войсками, практикующими партизанские методы войны, вообще говоря, уже накануне Великой войны, это, в общем-то, уходящая натура, конечно. Я сегодня с этого и начинал. На Среднем, на Ближнем Востоке, да, у себя дома в Ирландии, сразу после окончания Первой мировой войны, Лондон столкнется с ворохом проблем, с тем, что сами британцы, кстати, будут называть, они такое любопытное понятие стали употреблять, современный мятеж. Вот туда, включая как раз все те особенности партизанской войны, которых не было прежде и которые проявились во всю ширь уже вот в 20 веке. Повторюсь, да, и подпольная работа, хорошо организованные законспирированные группы, идеологическая составляющая, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что же касается российского случая, вот по поводу как раз, да, отсутствия такого внимания, скажем, к работе Колвелла, ну, соблазнительно предположить за некоторыми нашими британскими коллегами, что отчасти еще и там, невнимание к этой работе, скажем, или отсутствие появления аналогичной, можно объяснить тем, что вот, российский ориентализм, позволю себе это словосочетание употребить, не вдаваясь в дискуссии, что, собственно, это за феномен такой, но все-таки, вот он был не таким плотным, скажем, как британский. Как раз к вопросу о различиях между Российской и Британской империями. Но вот те факты, с которыми мы имеем дело, как мне кажется, рисуют более прозаическую картину. В российской армии все-таки довольно долгое время гораздо большее беспокойство с точки зрения подготовки офицеров-восточников, как их, собственно, сами современники называли, вызывала организация военно-народного управления на присоединенных территориях, вот как раз в Средней Азии, на Кавказе, а не вопросы ведения военных кампаний. Потому что это, честно говоря, как раз воспринималось многими, ну, не как самая существенная проблема. А что касается начала 20 века, то здесь на первый план выходит подготовка востоковедов, которые специализируются на наиболее вероятных противниках. Один из них – это как раз Япония. Ну, другое дело, что, опять повторюсь, даже на уровне генерального штаба представление о том, что это угроза, которой необходимо готовиться, не являлось определяющим, но, тем не менее, среди тех, кто занимался такой подготовкой, кто готовил такие кадры, там к началу 20 века акцент делается именно на это, опять-таки, а не на специфику ведения военных кампаний. Ну, грубо говоря, вопросы стратегического характера для российской армии и на Кавказе, и в Средней Азии в этом смысле выходили на первый план, а вопросы тактики уходили на план задний, а работа Колвелла, по большому счету, конечно, про тактику, а не про большую стратегию. Спасибо, коллеги.